Всем привет! Я Дарья Карпенко. Спешу поделиться отзывом о форуме «Стилист нового времени», который был проведен с 13 по 21 августа 2018 года. Этот форум был организован Академией «Свое лицо», за что выражаю огромную благодарность Татьяне Маменко, руководителю, а также спикерам, которые приняли участие в форуме и поделились ценнейшей информацией. Я, как стилист, а также спикер этого форума, хочу отметить, что для себя вынесла множество важных моментов, которые мне хочется внедрить в свою работу, доработать некоторые моменты и дальше развиваться, совершенствоваться и переосмысливать эту информацию. Форум показал, что профессия стилист-имиджмейкер крайне многогранна, интересна, и здесь есть куда расти. Оказалось, что даже физика может быть полезной нам. Еще раз выражаю благодарность организаторам и до новых встреч. Спасибо.